Здравствуйте, мои дорогие. Я вот-вот уже скоро покину Беларусь. И последние домашние ролики с моими волосами. Пока я еще не уехал под красивый фильм «Форд против Феррари». Счастья вам. Смотрите. Я буду тоже смотреть и наслаждаться. Что бы ты ни предложил, нет. Нет. Полчаса. Ну нет, я устал. Хочу принять ванну. Ты захочешь это увидеть. Поверь мне. Полчаса, я верну тебя домой к ужину. Полчаса. Да. Твою мать! Свежая доставка из Англии. Она еще не до конца отполирована. Ну-ка. Любопытно. Ну и? Ужасно. Ага, отвратительно. Сцепления нет. Третья передача слишком высокая. Крутящий момент не отрегулирован. Управление плохое, потому что передок легкий. И когда гонишь за 200, ты будто... Взлетаешь. Да. Она будто хочет улететь на Гавайи. Что-нибудь еще? Минутку. Ты вчера поздно вернулся. Да. Работал? И никуда не ходил? Что? Я спрашиваю, ты никуда вчера не ездил? Море. Это простой вопрос. И я ответил. И какой ответ? Что-то не так, милая. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты сильно разогналась. Да что ты? Что ты? Еще как? Черт возьми, ты что творишь вообще? Ты мне скажи, я не знаю. Что? Притормози! Молли! Пожалуйста, притормози! Тормози, Молли! Ты что, хочешь, чтобы мы разбились? А я думала, нам это нравится. Что? Твою мать! Похоже на твои гонки, не так ли? Нет, совсем не похоже. А я просто в восторге. Ладно. Я все видела, ясно? Я видела, как ты уезжаешь с Шелби и как ты вернулся. Ладно, господи, ладно, тормози. И твой дебильный взгляд на следующий день. Молли, тормози, мы сейчас врежемся. Молли, немедленно нажми на тормоза. Нет, пока ты не скажешь, что происходит. Ладно, я ездил посмотреть на машину. Шелби. Шелби. Гоночную? Типа того. Скоро поворот, так что ты держись. Может, все же отпустишь педаль газа? Нет, мне очень нравится скорость. Тормози! Ладно, Шелл предложил мне работу. Форд создал машину, чтобы противопоставить ее Феррари. Ты же сказал, а что завяжешь. Тормози, я еще не согласился, тормози. Ты сказал, что завяжешь. Я не понимаю. Растолстеешь и достанешься. Забыл уже. Я не понимаю. Ты сам говорил. Я не понимаю. Ты злишься, потому что я сказал, что завяжу, или потому что поехал смотреть машину? Не бри меня.
больше. Не скрывай от меня своих желаний только потому, что думаешь, что меня это как-то обидит. Мол, да я сам еще дешев. Но если ты согласишься, они должны тебе хорошо платить. Потому что я не могу еще больше работать и сидеть с Питером. Налоговая опечатала гараж. Я не хочу и дом потерять. $200 в день. Плюс расходы. Ты сейчас серьезно? Но я еще не решил. $200 в день? И ты не решил? Что это за чепуха? Что это вообще? Шел, сказать, в чем проблема? Она хватает воздух. После 150 воздух входит, но не выходит. Где-то в носу. Чувствую в колесах. Мистер Майлз, компьютер сам справится. Чарли, принеси скотч и клубок шерсти. Вот так. Хорошо, хорошо. А теперь давайте выжмем из этого ведра все, что можно. Готов, Фил? Да-да, готов. Давайте, ребята. Что они делают? Ну что ж, счастья вам, удачи. Я вот скоро покину пределы Беларуси. Хотел бы, чтобы, если это вдруг последние ролики, чтобы они были запоминающими, такими, как я мечтал. Пока-пока.